Шестой межрегиональный форум дерматовенерологии и косметологии «Синтез науки и практики» проходил в Москве 17 и 18 октября под патронатом правительства Москвы, Департамента здравоохранения города, Национального альянса дерматологов и косметологов, кафедры кожных болезней и косметологии Медицинского университета имени Пирогова и научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения. Целью форума было информирование специалистов дерматовенерологической службы о новых и эффективных методах диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем, и внедрение современных медицинских технологий в клиническую и лабораторную практику. В течение двух дней ведущие специалисты обсуждали организационно-правовые вопросы оказания помощи по профилю дерматовенерология и косметология в Москве, а также фундаментальные исследования в дерматовенерологии и приоритетные направления диагностики, лечения и профилактики заболеваний кожи. Особое внимание было уделено проблемам взаимодействия дерматолога и онколога в лечении доброкачественных и злокачественных новообразований кожи. В рамках форума была организована тематическая выставка крупнейших отечественных и зарубежных производителей и дистрибьюторов фармацевтических препаратов и космецевтических средств, медицинской диагностической и лечебной аппаратуры.